Leave your coat, it isn't cold out. I'll be with you just in case. Don't be nervous, 'cause I'm here now. Fight the urge. Друзья мои, всем привет! Сегодня разберем очень легкий, воздушный, немного объемный рельефно-ажурный узор. Раппорт переплетения составит 3 петли и 4 ряда по высоте. В образце пряжи Yarn Art Melody. Переходим к мастер-классу. Все внимание на экран. Итак, первый ряд раппорта. Кромочная петля, лицевая, затем накид. Делаю его вот таким вот образом. А затем провязываю 2 петли вместе, лицевой с дополнительным накидом внутри. Еще раз повторю, лицевая, накид и провязываю 2 петли вместе с дополнительным накидом внутри лицевой. Это первый ряд. Теперь второй ряд, кромочная петля. Первая петля переснимается, не провязывается. Нить перед работой вот таким вот образом, затем лицевая за заднюю стенку, накид провязываю, и изнаночная. Первая петля переснимается, накид раскручивается, не провязывается нить перед работой. Далее лицевая за заднюю стенку и изнаночная. Все просто. Третий ряд. Здесь вообще все упрощается. Кромочная, лицевая, изнаночная, лицевая. Повторю, лицевая петля, изнаночная и лицевая. Все петли получаются прямые, не перекрещенные. И заключительный четвертый ряд провязывается по узору, то есть так, как лежат петли. Здесь получается кромочная, изнаночная, лицевая и изнаночная. Повторяю, изнаночная, лицевая и изнаночная. Друзья, на этом я завершаю мастер-класс. Не забывайте сохранять данный ролик в своей копилке. От вас, конечно же, жду лайки и позитивные комментарии. Всем желаю отличного настроения. Скоро увидимся. Всем пока!